Бразер, бытовая машина. Откинь вообще пока. XL 6053. Так, напрямую строчку шьем сейчас. Функция номер 3 вот. Прямая строчка, игловодитель по центру отверстия в лапке. По центру лапки, короче. Функция номер 3. Переключаем на 2, игловодитель шьет слева. Так, функция 4. Зигзаг. А что там на 6? Самый широкий. Зигзаг самый широкий на шестерке. Да, да, влево пошло смещение. Так, значит, стоит у нас вот этот регулятор. Для переключения голову треба підняти вверх, скажи. При переключении на другую строчку надо поднять игловодитель вверх, иглу поднять вверх. И потом переключаем. Переключаем сейчас на функцию еще 27. Для этого, чтобы перейти на этот рыжий ряд нижний, 15-27, надо вот установить рыжий SS. Вот этот вот значок на этом колесике. И будет делать эти строчки. Нижнего ряда. Так, покажем. Покажи, подтяни сюда. Вот так вот. Вот такая вот строчка номер 27. Да, вот 27, что-то там такое. Нужное, ненужное, но. Ну и так, все эти строчки интересные. И это три иглы или что там? Три строчки? Это три строчки разом может. Три строчки. Можем показать. Три строчки. Что ты ставишь? 16? Угу. Давай на 16. Что-то интересное. Поэтому две иглы есть, вот это, она делает 300 очков. Потом продвигается материал, а пока двигает влево, вправо. Это для, закрепляющая строчка. Троним стежку. А, закрепляющая строчка, это типа сидельный шоу, ну, на брюках. Ну, зад вперед. Ага, так это такое, да, закрепляющий шоу. Так, что-то интересное там еще, что-то можно показать. 17. Какие-то дела. Ага, такие зигзагом. Закрепляющий зигзагом. Интересный такой шовчик. Интересный, не знаю даже, где применяется. Значит, ну тут вот такой вот есть регулятор, ну что-то мы вот сюда нитку поставили, лучше оно тут работает как-то, на этом снимается нитка, помаленьку раскручивается себе, значит, она на белом сейчас покажу. Проверяли, вот петли делает машина, вот петли уже мы нанесили предварительно, новый шпулидержатель здесь установлен. Замененные подошла лапки новая, потому что где-то не было, все потерялось. О, все видно хорошо. Тройная. Вот это вот на 17 сейчас, да? Угу. Так, что там еще? Что там еще интересное покажем? Это уже что 26 вообще? Уже все. Или на 11 фестоны. Давай на 11 черные фестоны. Это будут зубчики, салфетки, там скатерти, должно быть
Стежок нормальный на фестонах. Надо ставить минимальный стежок на фестонах. Регулировка натяжения нити, кстати. Так, даже не тягивай сюда фестоны. Вот фестоны. Чуть-чуть надо. Ну, можно гуще. Еще гуще, можно так. Можно так. Вот еще фестоны. Так. Ну и все працює. Все работает. Моталка, моталка, моталка. Значит, моталка включается. Моталка включается, машина отключается. Берем эту нитку и на шпульку наматываем через направитель, цепляем и наматываем. И потом вот такая вот машина. Бытовая, да, производитель Малайзия, хороший производитель. И машина очень хорошая, бытовая. Лис. Выставляешь на прямую строчку. Угу. Все, выставляем исходное на прямую строчку. Рукавного типа можно использовать там, да, подшивать низ брюк, удобно. Рукав, горловину. Удобно. Вокруг рукава это все прокручивается. Изделие удобно работает. Строчка. Все, пожалуйста.